Аж вешалка упала. Так, что там идет? Запись идет. Это будет разбор. Сейчас подниму вешалку. Разбор вот этой самой связочки лохобана. Постараюсь его сделать быстро, быстрее, чем обычно. Слишком долго не объяснять. Просто медленно показать один раз. И один раз показать под замедленную музыку, чтобы вы могли это репетировать. Связка, как бы, она не сложная, но она очень быстрая. Поэтому я думаю, что новичкам, как бы новички вряд ли будут ее разбирать, а старички поймут и без объяснений. Собственно, поехали. Начинаем. Ну и, разумеется, я не помню, с какой мы ноги начинаем. Наверное, с правой. Давайте. Мы делаем. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И правая нога. Семь и восемь. И раз, и два, три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот не знаю, понятно так или надо все-таки объяснять каждое движение медленно. Ага, все, я поняла. Сейчас я дотанцую до конца, а потом сделаю вам лицом, чтобы вы могли проверить. Вот, давайте я по кусочкам буду, по восьмерочкам. Вот так вот показывать спиной и лицом, чтобы было видно все, что я делаю. Вот оно что. Не зеркально делаю. Вот моя правая рука, вот моя левая рука. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, и семь, и восемь, и раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот мы закончили. Восемь. Раз, и два, три и четыре, пять и шесть и семь и восемь. Раз, пауза. И два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это было спиной, теперь лицом то же самое. Раз и два, три и четыре, пять и шесть и семь и восемь. Раз, пауза. И два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующий кусочек. Семь, восемь. Дальше ча-ча-ча там идет. Раз, на раз мы делаем шаг. Раз, дальше. Два и три и четыре. Ко. Са, э, ста, ки, лыжник, та, ра, по словам, та, та, ти, ра, те, ро, са, го. И дальше припев начнется. То же самое лицо. Мы сделали семь, восемь, раз, ла, ба, на, де, ле, су, ко, са, э, ста, ки, та, ра, та, ти, ра. Роса. Так, опять я себе стесала, дырку сделала себе в этой ноге. Ну ладно, ничего страшного. Фух, что там дальше у нас? Идет запись? Не идет? Сейчас проверю. Идет, все хорошо. Припев. Мы сделали. Воу-оу. Раз и два, три и четыре и пять и шесть и семь, и восемь, раз, и два, и три, и четыре, я, мне здесь не хватает немножко места. Мы сделали та-ра-та-та-та-та-та-та, и пять, и шесть, семь, восемь. То же самое лицо. Мы сделали во. Семь. Раз и два, три и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Раз и два, и три, и четыре. Опять не поместилось. И пять, и шесть, семь, восемь. Следующая часть уже финальная. Семь, восемь. Раз, два, три и четыре,
5, 6, 7 и 8. Раз, и 2, и 3, и 4, и съела волосы. 5, 6, 7, 8, па-па-па. И уйти в закат. Но там не 5, 6, не 7, 8, а там бум-бум-та-га-да. Лицом то же самое. Справа. Раз, два, три и четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, и два, и три, и четыре, и пять. Бум-бум-та-га-да. И ушли в закат. То же самое я делаю сейчас спиной к вам. И в сколько? В замедленном варианте, например, на 75% скорости. Вот так. Медленно, медленно и печально. Не печально. Поставить 0,75 скорости, еще от этих 0,75 будет еще медленнее. Фух, приложение для замедления музыки называется Music Speed Changer. Фух, господи, старость и обед. Связка на самом деле затратная достаточно по силе, поэтому рассчитывайте свои силы, учите порциями по кусочкам, вот такими восьмерочками, как я, двумя восьмерочками, как я показала. Мне кажется, будет довольно логично ее учить. Вот так вот. В начинающих группах занятий за 6, за 8 я ее давала. В продолжающих, ну, наверное, за 2, за 3. Вот, поэтому тоже делите на порции большие проекты, тогда получится их потихоньку-потихоньку оплатить. Все, пока!